По традиции, в день физкультурника в Москве проводится финальный матч на Кубок СССР по футболу. В этом году в Лужниках встречались динамовцы Москвы и Тбилиси. Соперники давно уже знают друг друга, поэтому игра началась без предварительной разведки. У ворот обеих команд периодически возникали острые моменты, но основное время закончилось безрезультатно. Не был открыт счет и в дополнительное время. Чтобы выявить сильнейшего, пришлось прибегнуть к сериям пенальти. Успех сопутствовал динамовцам Тбилиси. Динамо Тбилиси завоевала Кубок СССР по футболу.